Садаям хидаям джасьо бачо сатта бхушитам. Садаям хидаям джасьо бачо сатта бхушитам. Кайо парахитам джасьо калихи тасса каротиким. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что совершать харинамы, встретиться с самим Хари, это то же самое. И это мы можем осознать только тогда, когда вы полностью посвятите свою жизнь намбаджаначарье. Те, кто намбаджаначарье, они наивысшие. Если вы совершите какую-то ошибку, оскорбление лотосным стопам харинама, то это очень опасно. Но все же нам Прабху, Он может простить вас в какой-то день. Но если вы совершите ошибку, оскорбление, и вот если вы совершите оскорбление в адрес какого-либо намбаджаначарьи, то тогда нет пути к спасению и к прощению, в этом проблема. На самом деле, эта шлока, с которой я начал, она не из Бхагаватам, но она очень важна. И эта шлока очень проста. И вот говорится, что если мы всегда говорим истину, и если наше сердце, оно сострадает другим живым существам, to show mercy doesn't mean I can indulge you. I can give you some indulgence. You can do whatever you like. Что значит оказать кому-то милость? Кто-то думает, что если ему будут позволять делать все что угодно, это милость. Но в нити-шастрах говорится, что отец он должен воспитывать своего ребенка. И если отец будет позволять ребенку делать все, что угодно, то это такой ребенок вырастет плохим человеком. И это плохо. А для садгуру это более важно. Если для материального отца, если это так важно, что он должен воспитывать своего ребенка, сына, то что говорить о духовном отце? Разве он может позволить нам делать все, что мы хотим? Это разве милость? И тогда, если объяснять так, то Бхакти Расамрита Синдху Хари Бхакти Виласу Брихат Бхагаватамриту нужно тогда выкинуть, если следовать такой философии. Но все ограничения, которые там предписываются в Хари Бхакти Виласе, в Расамрита Синдху, они все для нас. Если я думаю, что говорю какую-то великую философию о ограничениях на пути баджана, но в моей личной жизни мы не следуем ничему этому, то
тогда я никогда не смогу стать проповедником. Что же за главные качества проповедника? Я говорил много раз об этом. Если кто-то только дает наставление другим, а в своей собственной жизни не следует этому, то такие наставления очень опасны. И тот, кто только дает наставления, но не проверяет те наставления в своей собственной жизни, то мы должны определить сначала, то есть если кто-то дает нам какие-то наставления, мы должны узнать, сам он следует им или нет. И в шастрах говорится, что если кто-то дает наставление, но сам не следует им, то в шастрах говорится, апарикша упадиштам ят, джаганнасая тадбхавет. Those advice not tested in my own life, but I am speaking, I am going to foreign country speaking, This kind of advice can ruin the whole world. То есть это просто так и такая ситуация просто разрушит общество. But I am not speaking with fighting them. I am Dasasam, I can trust Tulsi sir. No. Only I have my responsibility. У меня есть обязанность говорить то, что я слышал от моей Гуруварги. Это то, что я делаю. Это моя обязанность. У меня нет других обязанностей. Then upadesham karotiyeva na pariksham karotiya aparikshya upadesham yad jagannasaya tadbhare. Я слышал от Гуруварги такой пример. Гуру Махарадж говорил мне, есть даже термин такой, парападеша пандит, то есть тот, кто дает советы другим, но сам этому ничему не следует. И вот, вначале нужно осознать, что первое и очень важное, почему такие проблемы случаются, это проблема в том, что мы не следуем Шри Бхактивинода Тхакуру, Шри Дживи Госвами Паду. То есть те наставления, которые они даны, мы хотим их сделать как-то полегче. Как некоторые студенты, например, вместо того, чтобы учиться, покупают какие-то сокращенные конспекты. Если во время, и вот они надеются так кратко изучить и так пройти экзамены. Я в моей жизни видел один студент, all other language group, these, that, all useless. Sometimes 30 or not even 30. Why? И вот Махарадж знал двух студентов, один большее число баллов на экзаменах набрал, но второй он имел очень глубокое знание о многих предметах, особенно математике и физике. We must have sincerity and ability to test you.
otherwise I cannot understand. So actually, I started with a slow. И вот я начал с этой шлоки. This kind of speech where I am speaking. I want to make a background. Я хочу сделать. Я хочу сказать предваряющие слова, на основе которых я буду говорить о Намачари Харидас Такуре. У меня нет способности говорить о Намачари Харидас Такуре. Только я могу обрести эту милость по. Я только по его милости могу говорить о нем. Я должен зависеть от милости Гурварги и его. С помощью моего собственного ложного эго я не могу представить какую-то философию, но это не будет моим чувством. Это главное. Я начал с этой шлоки, она очень важна, но и вторая шлока, которую произнес, она тоже очень важна. So I can match, I can show you. И вот я могу. I can match, I can show you that how. Показать вам, как мы можем сказать, что Шрила Харидас Такура он Джагадгуру. Как можно сказать, что Санатан Госвами он лучший из Татвавидачари. Он дает нам прямое указание, что вы. Он сказал Харидас Такуру, что ты лучший из проповедников. Он сказал это Харидас Такуру. И мы будем говорить о славе Харидас Такура, но шлока, с которой я начал, очень важна. Хотя эта шлока, она не с Бхагаватом, но она очень важна. И вот Шрила Бхактивинода Такура, он пишет в своем киртане. И вот что такое Дживидая? Sweet ball and coconut ball to you, sweet you can enjoy. Is called mercy. No. Что такое настоящая милость? I can allow you to do what you cannot obey. То есть, если позволять другим делать все, что они хотят, это не настоящая милость, а если мы будем говорить о том, что сказал Шрила Прабхупад, то мало кто будет слушать. Некоторые люди приходят на Харикатху с различными желаниями. Я могу осознать это на любую сабху, на любом собрании. Когда во время харикатхи я возношу вандану, то я чувствую, что какая аудитория находится и что нужно говорить для их вечного блага. То есть это везде так автоматически происходит, вот в любом обществе. То есть махараджи приходит на. Его приглашают на какую-то харикатху, то когда он возносит вандану, появляется тема, на которую он будет говорить, которая соответствует потребностям слушателей. Not that we fighting is not that. So actually, Sadayam Hridayandasya Yasya means. И вот эти слова значит тот, чье сердце открыто. His heart is always тот, чье сердце. Оно наполнено милостью. И поэтому Бхактивинода Такур сказал Дживидое. Что такое Дживидое? Много преданных. Они просили меня. Мог бы я объяснить Упадешамриту и прочие
что эти стихи, и вот Махараджа, какие-то преданные попросили объяснить упадешамрицу на хинди. И вот в этом, вот эти слова, они соответствуют тому, тому, что сказал Шрила Бхактивинода Тхакур. Дживеда значит пролить милость на обусловленных душ, чтобы они смогли избавиться от влияния майи и утвердились на пути Харибаджана. Много раз много людей приходит с настроением спора и говорят, что как вот та организация, другая организация, они так много делают для общества, а вы Гауди Матх, вы что делаете? И they want to get that kind of facility. What of facility? Those facility relating to their body and soul, body and mind. То есть они, такие люди, они хотят получить какие-то удобства для своего тела и ума, и поэтому спрашивают, что Гауди Матх делает для общества. И поэтому они очень уважают всяких майявади, которые делают какое-то служение для общества, видимое внешне. И они думают во время потопа, если кто-то раздает еду каким-то пострадавшим от потопа, это хорошо. Они очень такие материалистичные люди, не могут выйти из-за пределов ума и тела. Но что делать? Шрила Прабхупад, он хотел сказать, что от имени Гауди Матха это наша обязанность найти такое решение в нашей жизни, чтобы в будущем вам не нужно было искать ничего иного. Например, нам нужно, например, попрошайка, нам нужна еда какая-то. Если кто-то даст нам какую-то еду, накормят нас, а к вечеру мы опять проголодаемся. И что дальше делать? И Гауди Матх, он хочет найти такое решение для обусловленных душ, чтобы они никогда не встречались с такими проблемами в своей жизни. И такие действия совершает только Гауди Матх и никакая другая духовная организация. И вот Дая значит помочь им обрести достаточное количество сознания, чтобы они смогли соприкоснуться с Кришной, и это зовется милость Дживидоя. И Кришна нам, мы можем совершать Кришна нам, поскольку Дживидоя и Кришна нам, они связаны с друг с другом. Если мы разделим их, то они не могут существовать друг без друга. Что я хочу сказать, что те, кто не воспевают святые имена, они не могут помочь другим. Харинам и Дживидая.
они практически не отличны друг от друга. Если Дживидва, это качество есть в человеке, то, несомненно, он повторяет чистые святые имена, иначе как он может пролить милость на других? Это автоматически. И вот Дживидва значит, этот человек, у которого есть настоящее сострадание к живым существам, он совершает харинам. Хотя внешне это выглядит, что как разные вещи. И вот Дживидая и Кришна нам внешне это как будто что-то разное, но на самом деле это не отлично друг от друга. И те материалисты, для них Дживидая – сострадание к другим живым существам. Они имеют в виду под этим. Думают, что как принести какое-то благо материальному телу и уму других. This way they are thinking. They are not thinking about the permanent solution. И вот такие материалисты, они не думают о каких-то вечных решениях, которые может предложить Гаудия-мат. И вот я начал с этой шлоки. Тот, чье сердце, оно полно милости, тот, кто хочет принести благо другим живым существам, только вайшнав он. Only a Vaishnav can get that kind of quality. Может иметь такие качества. Vachaha saptahushitam. Vachaha speech is not speaking any lie. Тот, кто никогда не говорит никакой лжи, но будьте внимательны, чтобы спасти коров, беспомощных людей от какого-то убийцы, например, если вы говорите ложь, это не хорошо. Как, например, я видел, какой-то человек хотел убить корову, и эта корова, она убежала от него. И вот когда корова убежала, то она в дом какого-то брахмана зашла, но он понял, что к чему. И вот когда этот мусульманин пробегал, спрашивал, видел ли он его корову, он сказал, что не видел. Он искал ее куда-то, так, она убежала, ну, я якобы убежала. И если я, например, хочу спасти... И вот такому... И вот если в этом случае, если мы хотим спасти кого-то, то если мы говорим ложь, то это не считается чем-то плохим. И вот кто всегда говорит истину? И тот, чье тело всегда занято в служении всем живым существам. Имеется в виду вайшнавам. Как Шрила Прабхупад. Никто не мог видеть, когда Шрила Прабхупад отдыхал. Никто не видел, когда Кришнадас Бабаджи Махарадж отдыхал. Весь день он воспевал святые имена во времена
парикрамы 84 кроши Вриндавана, он всегда совершал киртан на мриданге и приходил вечером и повторял харинам на четках. И когда же он спал? И в жизни Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа какие-то брамачари видели, в 2 часа шли в туалет и смотрели, что Махарадж еще не спит, спрашивали, вы спать не собираетесь, ну вот собираюсь, сейчас закончу все. Потом кто-то в 3 проходили мимо. Смотрят, о, Махарадж, вы еще не спите, ну, как уже утро, куда спать. Потом арати начиналась, и он тоже еще не спал, сказал, что не успел, занят был уже, арати, как можно спать. И так у них нет времени даже для сна. В жизни Шрилы Прабхупады мы не могли видеть, что Шрила Прабхупада когда-либо отдыхал. И тот характер возвышенного преданного, он очень не всегда понятен. Иногда Шрила Прабхупад Шиланка поехал или в Дарджилинг. Ну, кто-то, люди думали, что случилось. Или Шрила Прабхупада дал какие-то особые полномочия какому-то одному преданному и не дал другому, но это долгая история. И вот к этой Шлоке Махарадж вернулся. Тот, чье тело, оно всегда занято в служении Гуру Вайшнавам и Бхагавану. Вы знаете, мы говорим о трех упакарах, благах. И тогда, когда мы делаем что-то для себя, люди говорят, что вы очень эгоистичны, только для себя делаете, а не для других. И вот это на санскрите и на бенгале это зовется сартха парата. Такой эгоизм. Но Shaktapur, Nishaktapur. Oh, he is not selfish Maharaj. He is very nice man. Okay. But we Vaishnav, we are less interested in Shaktapur они... and Nishaktapur. Selfishness. Вайшнавы не заинтересованы в этом эгоизме или в отсутствии эгоизма. Selfishness and not selfishness. Free heart. И такие вайшнавы, как Шрила Прахлад Махарадж, они и вот следующий термин парартха парата на санскрите. И вайшнавы заняты этим третьим, это значит, то есть первое, если это эгоизм, второе отсутствие эгоизма. Но вайшнавы не принимают ни первого, ни второго. А вот третий термин, это значит, что их жизнь посвящена тому, для блага всех живых существ. Они думают о их вечном благе. Для того, чтобы они могли развить сознание и возвыситься дальше. Поскольку Атма – это Четан Васту, душа – это сознание. Гуру и Вайшнавы могут помочь нам избавиться от влияния Майи. А душа, она имеет это знание.
with Atma knowledge is there, but it is suppressed. Оно есть в душе, но оно скрыто, и Гуру Вайшнава они помогут нам открыть это знание. И когда Вайшнава откроет нам это знание, то наше сердце осветится сиянием этого знания. To search, because something happened. If they are coming with big light, when one light if I on here, then maybe it is in darkness for 200 years. But as soon as I on the light, then within fraction of seconds, not fraction. Если наше сердце было темно, то so the Guru Vaishnava always want to help you to recover your consciousness. То при то тогда, когда это знание оно откроется нам, то наше сердце осветится этим сиянием этого знания. И вот наше тело, когда оно занято в служении Гуру Вайшнава и Бхагавану, то тогда что Кали может сделать нам? Понимаете, о чем я говорю? Если эти качества уже есть в нас, то что Кали может сделать нам? Кали может какие-то пытаться какие-то проблемы причинить нам, но что она может сделать? Если такие качества есть у нас или у какого-то саду. И поэтому Парикшит Махарадж, он был вынужден позволить Кали существовать. Бхагаватам Сутадева спрашивает, почему Парикшит Махарадж не убил Кали? Парикшит Махарадж мог запросто убить Кали. Но у Парикшит Махараджа есть вот это качество, он подобен пчеле. И пчелы, они когда собирают мед, они не повреждают цветы. Пчелы садятся на цветы, извлекают мед и улетают. И также Парикшит Махарадж, он очень умен, он вайшнав, он осознал, что хотя Кали — это сборище всего злого, но все же у Кали есть хорошее качество. Вот это качество, что в Кали только воспевая святые имена, можно избавиться от всех плохих качеств этого Кали и достичь Кришны. И это наивысшее благо, которое есть в Кали-кал. Но все же, если, ну, поскольку у нас нет этих качеств, то Кали оно влияет как-то на нас. So Paratha Paratha is lying with Prahlad Maharaj. И вот это качество Paratha Paratha, оно есть у Прахлад Махараджа, у Амбариш Махараджа. Paratha Paratha lying with our Bhaktivinoda Thakur. Оно есть у Шилы Бхактивинода Такура, Шилы Прабхупады, Шилы Кешава Госвами Махараджа. Они никогда не боятся говорить об абсолютной истине, они говорят открыто, чтобы все общество смогло обрести благо. И вот сегодня день ухода Шилы Харидас Такура, и сегодня день ухода моего Шикшагуру Шишилы Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махараджа.
Я вечно благодарен Бхарати Махараджу и вечно благодарен Харидас Такуру всем. И вы можете вспомнить, Кали много раз приходила, чтобы причинить какие-то проблемы Харидас Такуру. Я хочу напомнить. Вот по вчерашней теме. Можно вспомнить, когда Шрила Харидас Такур принял обет повторять Трилака Харинама, то там, в том месте. If I say Maharaj, we heard India is equal to Bharat. Bharat means India? No. Bharat, this name is very important name. Это название Индии Бхарата очень важно, но мало кто знает. Бхарата значит Ба плюс Рата. Ба значит знание. Effulgence of knowledge. Сияние знания. Teja, power of knowledge. In which that inhabitants of India always busy, like those sages. В котором население Индии всегда занято, как те древние мудрецы. А рата значит занято, то есть те, кто заняты обретением знания. Long time you are staying, you are doing kirtan, you don't understand. I feel sorry. Amar jivan sada papiroto, nahi ko punne dole. Вот в этом киртане. Amar jivan sada papiroto, O Prabhu, I am always engaged in sinful activity. И вот в этом киртане говорится вот это слово рата, то есть, и вот это ба значит знание, сияние знания, и тех жителей, и бхараты, они заняты обретением этого знания. Но сейчас, наоборот, имитируют какое-то европейское общество. Но люди с Европы приходят, чтобы принять это ведическое знание, а жители Индии сейчас, наоборот, стремятся к западному образу жизни. Oh, if he's saying it's Ababa, it's a big problem. Not possible. Very hard. Oh, and India is English name. Да, Индия – это английское имя, это не равно Бхарате. Как в словаре можно найти слово «философия», но правильное слово «даршан шастра» оно не равно философии. Поскольку, согласно словарю, философия – это просто какое-то размышление, представление. А философия, оно совсем не равно даршан-шастре. Люди говорят, вот, может, в каких-то словарях оно синонимом считается, но все же это далеко не так, поскольку это даршан-шастра. Что такое даршан-шастра? Это
мы должны научиться видеть, что есть что. Это зовется даршаном. Но эти иностранцы, которые пишут словари, они думают, философия — это какие-то размышления, доводы, споры. И вот Харидас Такур, он хотел повторять три лакха харинама. И вы, можно вспомнить, что Шрила Прабхупад сказал, что если у нас есть анархия, то все же повторяйте святые имена громко. И Шрила Бхактивинода Тхакур, и Шрила Прабхупад, они говорят так. Почему? Поскольку те, кто сахаджи, они говорят, что харинам нельзя повторять открыто. Они глупы. Но в шастрах говорится, вот такие слова, что харинам. Мы можем воспевать на четках святые имена, можем громко воспевать всегда и непрерывно. И кто сказал, что нельзя повторять харинам громко? Шрила Харидас Такур сам в своей жизни громко воспевал один лак харинам, один лак. Тихо. Если мы чистые вайшнавы, то есть мы будем громко воспевать святые имена, то все другие живые существа, которые услышат этот харинам, они получат благо. Это Харидас Такур было обнаружено. Он об этом первый сказал. И ученые тоже говорят, что звук не может быть разрушен. Он в какой-то другой план бытия перемещается только. И вот Харидас Такур, когда Махапрабху И вот когда Махапрабху говорил с Харидас Такуром, он спрашивал, как же эти яваны и другие живые существа обретут благо. Они не воспевают святых имен. Но Харидас Такур сказал, что все равно они могут повторять харам, например. То есть они, говоря так, говоря харам, они не думают о раме. Харам. Значит, их о буквально рам. То есть просто, если они даже повторяют слуги имени Верховного Господа, то все равно обретут благо. Но, и вот повторяя так, они все равно обретают благо. И дальше Махапрабху спрашивает, как эти деревья, холмы, они и камни обретут благо. Шрила Харидас Такур говорит, что они согласны степени своей осознанности. И вот Махарадж перечисляет вот эти степени осознанности. Но и Харидас Такур сказал, о Махапрабху, вы помните, вы воспевали громко святые имена. И когда вы воспевали святые имена в джунглях, Джаракханд, и тогда все тигры, львы и слоны, они танцевали все вместе. Махапрабху, когда омывался в
там в реке он окропил водой с водоема слона и слон, он начал танцевать в экстазе. И таким образом Махапрабху был единственный, он Верховный Господь. И когда Махапрабху он шел мимо Джараканда, то, что описывает та теория, которая описывается в Бхагаватам, она стала явью. И вот Бхагаватам вот эти слова говорятся. Ni ni migadayo, the lions and deer can play. Only it is possible in Vrindavan. I have seen one monkey and one small cow. Говорится, что в Вриндаване возможно, что такие дикие звери, как львы, например, и олени, они мирно существуют. И вот когда Махапрабху был в Джараканде, то это случилось практически. Я во Вриндаване сам видел, что как обезьяны, например, и телята, они играют вместе. Но где бы, и вот в Бхагаватам говорится, что это во Вриндаване возможно, но где бы ни был Махапрабху, там и есть Вриндаван. This is possible. So Haridas Thakur. И вот Харидас Такур. Вместе с Харидас Такуром Махапрабху очень много вещей обсудили, и Махапрабху и Харидас Такур сказал Махапрабху, когда вы воспеваете святые имена, то все, кто их слышат, те деревья, кусты, трава, камни и прочие подвижные и неподвижные живые существа, они все обретут благо. So now actually, Haridas Thakur, we'll discuss some special topics about Harinam with Haridas Thakur, because Haridas Thakur is the only personality with whom we can discuss this. Because he is now. И вот Махапрабху обсуждал эти темы с Харидас Такуром, поскольку Харидас Такур он намачарья. Намачарья Харидас Такур Санатан Госвами. Когда бы Рупа и Санатан Госвами, они не приходили в Пурушоттам-даму, они жили в том месте, где был Харидас Такур, поскольку они думали, что они недостойны. Даже Харидас Такур, он не приходил, не заходил внутрь Гамхиры. So you can remember. И вот можно вспомнить. You can remember. Харидас Такур. Харидас Такур, он отправился в Пури. Махапрабху был в Гамхире. Он смотрел и спрашивал, где же Харидас. И все побежали звать Харидаса. О, Харидас, Прабху зовет тебя, заходи. И Харидас Такур лежал на дороге и плакал. Вы скажите моему Господу, что я не могу зайти в Гамхиру, я падшая душа, я родился в семье Яванов, и я не могу зайти внутрь, пожалуйста, скажите ему. Смотрите, Шрила Прабхупад никогда не... А, то есть Махапрабху никогда не давил на
Харидаса, чтобы он... Да нет, все равно заходи. Махапрабху хотел... Он сохранить баланс между духовным благом и социальной системой, поскольку вот эту Варнашраму, которую создал Кришна, Махапрабху никогда не хотел ее нарушать, поскольку он сам Шри Кришна. И если мы эту Варнашраму дхарму можем применить правильно, научным образом, то тогда мы сможем обрести великое благо. Кто-то может спорить со мной, что мы не получаем результат, но причина этого то, что мы не применяем Варнашраму дхарму научным образом. И вот Харидас Такур, он был, Махапрабху позволил ему жить одному, и вот он поселил его на место, которое Айтота называется, и он, Махапрабху никогда не давил на него, чтобы он приходил и ел вместе с ним. Нет, но внутри Махапрабху дал наивысшее почтение Харидаса Такуру. И Махапрабху сделал так, чтобы Харидас Такур смог получать Махапрасад каждый день. Это было наставление Говинде, что каждый день после того, как Махапрабху поел прасад, то все, что останется, нужно относить Харидас Такуру. Он самый удачливейший. Он каждый день принимал остатки пищи самого Махапрабху. И также вы можете вспомнить, когда Махапрабху достиг Варанаси, то там Чандрасекар Ачарья. И другой. Тапан Мишра. И Махапрабху, он жил в доме, Тапан Мишра, он ел прасад, но жил в доме Чандрасекара. Я спрошу, почему, что Чандрасекар был не вайшнав, разве нет, он был вайшнавом. Махапрабху, он хотел дать нам пример, чтобы никто не нарушал Варнашраму. Бхактивинода Такура почему написал Джайва Дхарму так, чтобы у людей не было возможности понять ее неправильно. Шрила Бхактивинода Такура говорит, да, вы получили священный шнур, но вы стали параматмик браманом. Но это не значит, что вы можете идти в общество и забрать работу браманов. У вас нет права забирать обязанности других людей. Это очень опасно. Согласно вашим качествам, вы следуете вашим обязанностям. И вот, когда Махапрабху отправился во Вриндаван, можно, там был Сумария Браман и Махапрабху. Он был очень счастлив видеть его, и потом Махапрабху узнал, что он ученик Мадхавендра Пурипада. И Махапрабху услышал от него, что в его доме Мадхавендра Пури принял прасад. Когда он услышал об этом, он сказал, какая бы ни была система, если чистый вайшнав, моя гурварга сделает, я должен следовать этому. Мадхавендра Пурипад принял прасад в твоем доме, и хотя это правило не применимо обычно, но все же я также приму прасад в твоем доме. И здесь Махапрабху, он принял прасад в его
доме, поскольку так сделал его Гурудев. И вот что Бхагаван Шри Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху, они хотят сказать нам, что Махапрабху никогда не нарушал никаких принципов варнашрама, поскольку не все вайшнавы, те чистые вайшнавы, они следуют таким правилам. Те, кто не вайшнавы, они... То есть, если вся система будет разрушена, это будет плохо. Когда я буду объяснять Бхагавад-гиту, то там я покажу, как Бхагаван Шри Кришна, он очень беспокоится о всем обществе, о том, чтобы не смешивались то, что не должно смешиваться. Даже фрукты и овощи, их это гибриды, они не одобряются Кришной. То есть это очень опасно. Кришна в Бхагавад-гите говорит, это очень опасно. И таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху, он, несмотря на веру и убеждение, и кто-то говорит, что Махапрабху, он разрушил всю социальную систему, но доказать никто не может ничем. Махапрабху никогда социальную систему не разрушивал. Я могу привести примеры, но независимо от их касты и убеждений, независимо от их тела, мужчины или женщины, они, и вот независимо от их положения, но бхакти — это естественная функция, естественное состояние нашей души, а не тела. Мы можем совершать баджан совершенным образом под руководством гуру и вайшнава. Мы можем возвыситься до уровня брахманизма, может быть, но все же у нас нет права разрушать эту социальную систему. И Махапрабху распространял милость всем, независимо от их происхождения или касты, или еще чего-либо. Но Махапрабху никогда не хотел нарушать эту социальную систему. Так много споров происходит о том, почему Шрила Прабхупада давал всем брахманское посвящение. И Шрила Прабхупада в книге «Брахманы и Вайшнавы» он отвечает на эти вопросы. Все происходят из различных источников, у кого-то генетика другая, привычки другие, тело другое, выросли в другой культуре, и постепенно они могут прийти и принять эту ведическую культуру, привыкнуть к ней и развиваться на пути бхакти. В этом и стать успешными в баджане, в этом нет никакой проблемы, но для этого мы не можем нарушить социальную систему. В Бхагаватам можно вспомнить, сегодня тема немного отличается, но в Бхагаватам Сутадев Госвами, и вот он говорит в Бхагаватам, и эти слова значат, если отец Брахман, а мать Кшатри, я, или наоборот, это очень научно, если люди не поймут, они не поймут. Мы не знаем, как применять варнашрама дарму во времена Риши Муни. Они должным образом все правила предписания применяли. They want to prove that it is no, it's useless. That means what you mean to say, Krishna is lying.
То есть, ну, сейчас многие хотят так Кришну как-то доказать, что Кришна лжец. И Харидас Такур, Санатан Гасай, Руф Гасай, почему Санатан Гасай, он не заходил никогда в храм Джаганатха? А почему, когда, поскольку Харидас Такур, это точнее, Санатан Госвами, он родился в очень высокой семье Бхаратраджа, это высшая из брахманских каст, но все же они считали себя, считали то, что они из-за дурного общения, из-за того, что они работали у мусульман, они осквернились, и поэтому у них нет права заходить внутрь храма Джаганатха, они говорили так. Они смотрели на чакру Джаганатха, предлагали ей распростертые поклоны и принимали Джаганатха прасад. И когда Махапрабху звал Санатана, он шел во вход всего. И однажды был очень сильный, жарко, и он хотел встретиться с Махапрабху, и Санатан пришел, и Махапрабху спросил: «О, Санатана, как ты дошел до сюда, вот, через океан, через пляжный океан, а почему прямо не пришел, это проще и ближе?» А он сказал: «Как я могу пойти, может, там какой-то панда, какие-то слуги Джаганатха ходят по этой дороге, могут их случайно задеть и совершу оскорбление таким образом, поэтому лучше пойду в обход». И Махапрабху был доволен им. И он даже, когда шел там по песку, обжег свои ноги. Я тоже однажды шел таким образом и обжег свои ноги. И тогда, ну, это еще во время Шрилы Пури Махараджа было. Махарадж не было денег на тапочки, и он так босиком пошел по пляжу и обжег ноги. И вот эта система, она совершенна, но ее применение должно быть строго научно. Если мы неправильно применим все это, то результат будет плохой. И поэтому, Харидас Такур, будьте осторожны. Он дал различные ответы на вопросы Махапрабху. И можно вспомнить, однажды Харидас Такур отправился с автограм в деревню Рагунатха Даса Гасая. И там все выражали почтение Харидас Такуру. И Хираня Гавардхан, дядя, и вот они хотели обрести сатсангу, они организовали что-то там. И Харидас Такуру, его попросили говорить о славе Харинама. И смотрите, в то время Рагунат Дас Гасай был маленьким мальчиком. И он встретился с Харидас Такуром, служил ему как-то в то время. И Харидас Такур, он находился в этом саптограмме какое-то время, и там они организовали собрание, много людей пришло, чтобы слушать Харикатху Харидас Такура. Харидас Такур говорил о славе Харинама, и тем временем был у них слуга. Они занимались тем, что собирали налоги. В то время царь им дал обязанность собирать налоги. И amount, but they are not giving. That is totally different difference topics.
И вот Харидас Таку говорил о славе Харинама, и тем временем какой-то Гопал Чакравати, он встал и начал возмущаться, что ты неправильно говоришь, что те, кто совершает аскезы, разве они не могут получить это, просто повторяя Харинам, можно получить, как это, просто глупость. И все были возмущены его поведением, спросили, зачем ты оскорбляешь Харидас Такура, ты встретишься с опасностью. Харидас Такура спросил его, почему вы не верите, поскольку у Харинама есть эти качества, почему вы не верите мне? Если ты можешь доказать, что у Харинама есть такие качества, тогда я отрежу свой нос, иначе если не докажешь, что ты нос, должен свой нос отрезать. И все начали возмущаться, что как он посмел оскорбить Харидас Такура. И всем было очень неудобно за него, и Харидас так улыбнувшись сказал, почему вы беспокоитесь, у него нет веры, поэтому он сражается, спорит. И после этого, через три дня у этого Гопал Чакравати развилась проказа, и нос его сгнил. Он очень гордился своим брахманским происхождением, и нос его так сгнил, и руки от проказы. И все сказали, что да, правильно его Господь наказал. И это такая сила Харидас Такура. Можно вспомнить, когда Харидас Такура, он начал повторять Трилака Харинама в Бенаполе. И тогда там был один демон Рамачандра Кхан. И он хотел оскорбить Харидас Такура, поскольку образ Харидас Такура, он был очень уважаем в обществе. И вот Харидас Такура пользовался огромным уважением в обществе, а этот человек хотел как-то осквернить Харидас Такура. И вот он думал, что делать. И вот он пошел к какой-то проститутке с большими деньгами и сказал, чтобы она попросила ее соблазнить Харидас Такура, и потом заплачу много. Но эта проститутка согласилась. И вот она оделась, украсилась и пошла туда. Харидас Такура сидел и повторял Харинам, и в то время и вот она пришла, ну там Туласи была, она ей поклонилась, но в обществе такое правило было Туласи кланяться и парикраму совершать. Но вот она пришла, увидела Туласи, автоматически поклонилась, обошла, и что случилось? И вот села там и начала говорить всем, что ты очень прекрасен. Я хочу твоего общества, кто мог бы отказать мне. И вот Харидас Такура сказал, хорошо, подожди. И подожди просто, сколько ждать? Не могу ждать. Нет, подожди, поскольку я дал обет воспевать определенное число кругов. Вот как закончу, так начнем. Поэтому подожди.
И вот она слушала Харинам и ждала утро наступило, ей надоело ждать уже, она пошла жаловаться этому Рамачандре, что сегодня ничего не получилось, но он уже обещал, что вот Харинам закончит и сразу начнем хорошо. И потом опять случилось. И следующий день Харидас Такур сказал, что сегодня точно закончу Харинам. Я тебе обещаю, давай подожди тут, сейчас все закончу. И вот она поверила ему, сидела, ждала, и Харидас Такур повторил Харинам, и утром он попросил прощения, что вот не смог закончить, может, завтра смогу закончить, да, приходи завтра. И вот на следующий день она опять приходила и опять слушала, как он Харинам повторяет. И вот на этот третий день ее сердце, оно очистилось. И это зовется Дживидоя. Шрила Харидас Такур три дня он воспевал Харинам, и эта проститутка слушала, и ее сердце очистилось, она поклонилась ему. Она сказала, что меня послали, чтобы соблазнить тебя, но благодаря твоей милости я поняла, что делаю не то, что надо. И Харидас Такур сказал, да, я знал это с самого начала. И вот он изменил ее сердце, и она захотела принять Харинаму Харидас Такура. Харидас Такур сказал, хорошо, иди, прими омовение, раздай все богатство, которое ты накопила этой плохой работы. Иди и раздай браманам и вайшнавам. И приходи ко мне в одной одежде. У тебя не должно быть никаких этих накоплений, поскольку Харинам он поддержит тебя. У нас нет уверенности даже в следующем вздохе. И вот Харидас Такур, он дал ей посвящение. Он сказал, что сиди здесь, воспевай святые имена, и прасад он сам придет к тебе. То есть тебе не нужно идти искать прасад, он сам придет к тебе, все пропитание. Как Нарада, он этому охотнику тоже сказал, что прасад сам найдет тебя, тебе не нужно ходить искать, сиди, воспевай святые имена. И что случилось? Все ачарьи в вайшнавском обществе, они приходили, чтобы получить даршан этой Лакхахиры, которая совсем недавно была проституткой. И это такие качества Харидаса, и поэтому говорится в Чайтанья Чайтамрите, что Харидас Такур, он подобен философскому камню. И Махапрабху говорит, Харидас Такур, он драгоценность этой земли. Я слышал в моем детстве, что Кахинур, такой бриллиант, большой бриллиант, его забрали англичане,
ну, такого не было ничего равного этому бриллианту во всем мире. Но Махапрабху сказал Харидас Такуру, что ты подобен такому драгоценному камню на этой земле. В читании Чайтамрити, читании Бхагавати говорится, что Шрила Харидас Такур, он не просто философский камень, он такой могущественный, что тот, те, к кому он прикасается, они сами становятся философским камнем. То есть обычный философский камень, если прикоснуться им к железу, то железо станет золотом. Но Харидас Такур, он даже выше. Он не просто сделал, то есть не просто превратил лакакиру в золото, а он превратил ее в философский камень, чтобы она могла изменять жизни других. И это способность Шрилы Харидас Такура. Можно вспомнить, когда Харидас Такур молился Господу, что: «О Господь, ты отправляешься в Пурушоттам, я домой, я не могу идти с тобой, что же делать?» И Харидас, и Махапрабху сказал: «Я возьму тебя с собой, не беспокойся». И так и случилось. Шрила Харидас Такур дали место там, за Гамбхирой, на месте Айтота, и он там воспевал святые имена весь день. И однажды в день ему Махапрабху с помощью Говинды послал остатки своей пищи. И когда Рупа и Санатана или еще кто-то, они приходили, они жили в том месте, где был Харидас Такур, они тоже принимали этот Махапрасад. И однажды перед Махапрабху, Харидас Такур, он плакал и сказал: «О Прабху, я думаю, что вы уйдете из этого материального мира. Я думаю, в моем сердце я чувствую, что скоро вы оставите этот мир». So it is my request. И это моя просьба вам. Не, я не хочу видеть лилу твоего вашего ухода. Лучше забейте. Я хочу уйти до вас. Пожалуйста, я хочу уйти перед вами. Я не хочу видеть лилу вашего ухода. И Махапрабху сказал: «О Харидас, все мои лилы, они вместе с тобой. Если ты хочешь уйти из этого материального мира, то как я могу жить?» И Харидас Такур сказал: «Я подобен насекомому. Есть бесчисленные миры, и таких, как я, так много насекомых. И те, кто помогает, и также много преданных, которые помогают тебе в твоей лиле, поэтому не думай обо мне. Пожалуйста, это моя просьба. Забери меня перед тем, как ты уйдешь. Я не могу потерпеть этого». И после этого Махапрабху ушел. И следующий день Махапрабху с Туласи пришел и спросил: «О Харидас, как же ты?» Предыдущий день я сказал, что Харидас Такур лежал и воспевал святые имена, поскольку не мог сидеть уже. Говинда пришел с просадом и сказал: «О, Такур, я принес просад для тебя, иди ешь, а что делать?» «Я не могу есть просад». «Почему?» «Поскольку сегодня я не могу закончить мой харинам». «Ты принес просад, что делать?» «Я должен выразить почтение просаду».
I must pay respect to Prasadam, okay? So, и вот я going to so Prasadam, then after that. И вот он, Харидас Такур, взял эту, одну рисинку, каплю просада и принял каплю для того, чтобы выразить почтение. И Харидас Такур сказал, сегодня я не смог закончить мой харинам, поэтому у меня нет права принимать прасад, но ты принес, я должен выразить почтение этому прасаду. И Махапрабху пришел и попросил, что случилось. И вот так и так Харидас Такур заплакал и сказал: «О Прабху, в последний момент своей жизни я хочу видеть твои лотосные уста, я хочу поместить твои лотосные стопы на свою грудь, я хочу смотреть на твое лицо». И пообещай мне, что ты сделаешь так. И Махапрабху сказал, что говорить. Кришна может дать все, что ты хочешь. Кришна может дать тебе все, что ты хочешь, не думай. И на следующий день, когда Махапрабху пришел утром, и Харидас повторял харинам очень медленно. Махапрабху спросил: «О Харидас, что случилось? Чем ты болеешь?» И Шрила Харидас сказал: «Нет, мое тело, все хорошо с ним. Единственная проблема, что я не могу закончить обетованное число харинама». И Махапрабху ответил ему: «Смотри, ты Сидда Махатма. Почему ты так много думаешь о том, чтобы закончить обетованное число кругов, повтори меньше?» И после этого, следующий день, когда Махапрабху пришел утром, и Махапрабху начал санкиртану вместе со всеми спутниками. Они все начали санкиртану с Сварупа Госвами и Рамананда. Даже Рупа Госвамипад был там тогда. Они все танцевали и пели. И посередине Харидас Такур он дал знак Господу: «Господь, подойди ко мне», поскольку Махапрабху уже попросил его, и Махапрабху, зная его сердце, он подошел к нему, и Харидас Такур взял лотосные стопы Махапрабху, поместил себе на голову, и смотря на его лицо, он, и произнося Шри Кришна Чайтанья, он оставил свое тело. Поскольку Харидас Такур, он хотел получить такое благословение от Господа, что я хочу держать твои лотосные стопы на моей груди и смотреть на твое лицо, и я хочу, чтобы это исполнилось хорошо. И Махапрабху сказал: «Да, да будет так». И когда Харидас Такур оставил тело Махапрабху, он сказал: «Мы сегодня будем помнить на Бишму. Я помню, как
Харидас Такур оставил свое тело, это подобно тому, как Бишма. И Махапрабху плакал и говорил, я хочу обрести, хотел как можно дольше иметь общение с ним, но я недостаточно удачлив, он ушел сегодня. Кришна очень милостив, что он дал мне общество Харидас Такура. Но Кришна, он независим, и вот сейчас он, согласно его желанию, мы потеряли общение с Харидас Такуром, и Махапрабху начал плакать, и он взял тело Харидас Такура на руки и начал танцевать с ним. И после этого они поместили его на паланкин. И понесли в сторону океана. И сам Махапрабху брал эту воду с океана и омывал тело Харидас Такура и сказал, дал наставление океану, сказал, о океан, сегодня ты достаточно чисто, ты стала местом паломничества. Махатиртхи. Махапрабху сказал, о океан, сегодня, благодаря тому, что соприкоснулась с лотосными стопами, Харидас Такура стала не просто тиртха, а махатиртха, лучший из всех мест паломничества. Это сегодня заслужило такой титул. И Махапрабху начал плакать и взял это тело Харидас Такура. Они преданные выкопали самадхи на берегу океана, и Махапрабху был первый, кто поместил его туда и засыпал песком. И он сказал другим преданным, что вы все можете посыпать земли в самадхи Шрилы Харидас Такура. И потом Махапрабху сам сделал эти... сверху место для Туласи и посадил Туласи на то место и начал танцевать, совершать киртан и парикраму. И потом они отправились в храм Джаганнатха просить Махапрасад. И вот он просил панд, чтобы они дали ему Махапрасаду, чтобы отметить день ухода Харидас Такура. И все начали приходить и с большими горшками и приносить просад для Махапрабху. Я пришел с Сварупа Госвами и сказал Махапрабху, чтобы он не беспокоился, нам уже достаточно просады, пойдемте на берег океана. И те, кто продавали Махапрасад, они все хотели отдать для Махапрабху. Они сказали, что столько не надо, и Сварупа Госвами вместе с четырьмя людьми, они набрали просада и понесли в Джаганнат Валлабху Удьян, чтобы там принять просад в честь ухода Харидас Такура, и там Махапрабху сам начал раздавать Махапрасад. И он давал больше, чем люди могли съесть. If you cannot take, if you are not going to take prasadam fast, they cannot take prasadam. You are not thinking.
И Саугасай попросил Махапрабху, чтобы он начал принимать прасад, поскольку пока он не начнет, никто не будет есть. И вот Кашимишра, этот Раджпандит, он тоже пришел и много прасада принес, и Махапрабху начал. И перед тем, как принимать прасад Махапрабху, они все вознесли хвалу, и Махапрабху сказал, те, кто будет участвовать в киртане Шрилы Харидас Такура, те, кто примут чарнамиту Харидас Такура. И когда Махапрабху омывал Харидас Такура, то все приняли чарнамриту. И те, кто помогали в самадхи, и те, кто совершали киртан, и те, кто только ничего не делали, только приняли прасад в этом дне ухода моего Харидаса, я обещаю, все они отправиться на Голоку, это мое обещание всем. Можете ли вы подумать о славе Харидас Такура, о том, как Шрила Бхактивиган Бхарати Махарадж настолько удачлив, что в этот день Бхарати Махарадж оставил свое тело, всю жизнь Бхарати Махарадж, он повторил Харинам. И мы во всем вайшнавском обществе мы говорили, что Шрила Бхактивалаб Тиртагасай Махарадж и Бхактивиган Бхарати Махарадж — это два сокровища во всем Гауди Матхе. Бхактивиган Бхарати Махарадж — он сокровище, его ум, он даже не равен сотне компьютеров. Его память была великолепна. Он всегда воспевал Харинам, Санкиртан, Бхактивиган Бхарати Махарадж. И почему Бхактивиган Бхарати Махарадж так важен в вайшнавском обществе? Кто все? После того, как вся наша Гурварга ушла, Бхактивиган Бхарати Махарадж. И вот Бхактивиган Бхарати Махарадж, Бхактивалаб Тиртагасвами Махарадж, Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж, они, и после того, как все они ушли, то у нас оставались какие-то колонны, и это был Бхактивиган Бхарати Махарадж. Мой Гурудев говорил, если я оставлю этот материальный мир, то тогда не беспокойся, какие любые проблемы, если будут встречаться к тебе на пути, иди к Бхактивиган Бхарати Махарадж, он поможет их решить. Почему Бхактивиган Бхарати Махарадж очень важен? Даже я видел, Нараян Махарадж приглашал его на собрание, выражал ему полное почтение. Всегда я видел, если Бхарати Махарадж был там во Вриндаване, то его всегда приглашали. Он был Сабапати, очень большое уважение ему придавали, поскольку Бхарати Махарадж очень важная личность, возвышенная личность в этом вайшнавском мире, я не могу отплатить ему. Настолько много блага я обрел от Бхарати Махараджа. Он был очень важен. Почему? Поскольку он был полон служения всю жизнь. Мы никогда не видели, что Бхактивиган Бхарати Махарадж не совершал служения всю жизнь, как совершал Гуру Севу, как организовать большие праздники, поскольку Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, у него была особенность, если он что-то организовал, это было очень больших размеров. А кто мог это все контролировать и помогать, организовывать? Никого.
Только Бхарати Махарадж, он всегда готов. Если кто-то Гурудев спрашивал, кто может помочь, и Бхарати Махарадж всегда был готов. И он всегда организовал большие праздники, не только это Гурудев, если он, когда он был Нарутом Брахмачари, то Гурудев ему давал указание также говорить Харикатху. Вот Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж говорил, что я очень удачлив, что он говорил, что Нарутама Брахмачари, он идеальный брахмачари во всем вайшнавском обществе. И вот Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж говорил, что Нарутам Брахмачари, он идеальный брахмачари во всем вайшнавском обществе. Мы должны следовать ему. Даже мы не можем найти ни его характер безупречен. Я очень горд быть тем, что Бхакти Махарадж мой Шикша Гуру во всем обществе. То есть никогда за всю историю его жизни никогда не он не совершал никаких ошибок, и нельзя найти ни пятна на его характере. И Мадхав Госвами Махарадж, он даже выражал почтение ему. Я слышал от Гуру Махараджа однажды во время Враджа Мандал Парикрама, его в Чампахате они шли или куда-то туда, и они шли по какому-то полю, все ели просад по дороге, а братья Мараш ничего не ел. Гурудев смотрел на него и спросил, он народ на пробу, что случилось, я не могу сейчас принимать просад. Поскольку он, ну не, точнее, и вот этот братья Мараш вот в этом доме он не просада не принимал, и Мадхав Махарадж он кирта начал петь вот это свабача грехете. И Бхарати Махарадж был очень осторожен, и мы видим пример в нашей жизни, что много раз я следовал Бхарати Махараджу. После того, как ушел Гуру Махарадж, я с Бхарати Махараджем какое-то время был. Он ко мне имел огромную любовь и уважение. В Джаландаре я сидел где-то рядом там, и Бхакти Махарадж провозгласил в то время Шрила Бхакти Валахи Тирти Госвами Махараджа не было в том месте. И вот он всегда, когда меня видел, приглашал говорить Харикатху, и никогда его у него не было, не видел никакой зависти. Все любые то есть те, кто приходили в наш Гаудимат, все спрашивали, где же Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж и Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж, и вся все служение оно было дано ему, Шрила Бхарати Махараджа. И сейчас, если мы позовем какого-то инженера, строителя и Бхарати Махараджа, то Бхарати Махарадж может доказать, что его знания более глубоко, чем у этого инженера. Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж никогда никаких конструкторов не приглашал. Бхарати Махарадж все конструировал, продумывал всю архитектуру и прочие
на наших матках. Бхактимара все обдумывал, продумывал и делал все идеальным образом. И вот как в Калькутте, например, там земли очень мало было, но все идеальным образом научно все организовано и продумано в строительстве. В Дехрадуне никто не мог ничего сделать, сейчас слишком мелкая земля, как можем тут что-либо построить. И Натхмандир, и мандир, и кухню, и для преданных комнат, и то, и все, и невозможно. И братья мои сказали, что не беспокойтесь, я сам все сделаю. И вон так. Такой план сделал, что все очень прекрасно получилось. То есть он все сделал, что в этом, на этом маленьком пятачке земли все идеально разместилось. И вот Бхарати Махарадж был очень разумен, и если Бхарати Махарадж ушел, значит, мы потеряли все. Я сидя на Вьясасане, я чувствую, что нет никого, кому я мог бы пойти и спросить какие-то вопросы, хотя Гурудев отвечает на вопросы моего сердца, но я хочу найти какого-то вайшнава, с кем можно было бы что-то обсуждать. Был Бхарати Махарадж, все что статьи, которые я писал, я приносил Бхарати Махараджу, он читал их, восхищался и благословлял. И я, если кто-то что-то критиковал, я писал ответы на их критику, шел к Бхарати Махараджу. И Бхарати Махарадж говорил, что очень хорошо, печатай, и никто не может, не сможет тебе ничего не сделать. Он давал мне много вдохновения, много энергии. И после Гуру Махараджа я получал эту энергию от Бхарати Махараджа. Он очень уважал моего Гуру Махараджа, я не могу отплатить ему. Я очень удачлив, что сейчас наш храм заботится о его самадхи, мест там мало, но все же я прошу прощения у всех, если совершил оскорбление его лотосным стопам, осознанно или неосознанно, и прошу прощения у Бхарати Махараджа и у Шри Харидаса Такура, они ушли в один день, и мы очень удачливы. Если у нас есть такие великие вайшнавы в нашем обществе, иногда мы можем сказать, что можно то есть Бхарати Махарадж, он незаменимый, нет никого, кто бы был подобен ему. Но все же его наставления остались с нами, и я счастлив, что его статьи, наставления печатаются и распространяются. И это может дать нам улучшение на пути нашего баджана. Вачо саттабхушитам, кайо парахитам ясо, калихи тасо каротиким. Банча калпадарусика васильевича, патитам павлика вишна. I pay Puspanjali unto the Lord of Theravarthi Maharaj through my bani. We have photo here. I can pay also. Do you have flower? No? No? Yes. Anyone? Chandan and flower. Any question you have? No? What question? Because today with Harinam Thakur, so about Harinam, there's one verse, it is in Dhyana Chandra Padati. So there it said, Mano Madhyasthidho Mantra, Mantra Madhyasthidham Manaha.
Mano mantra sam. Ah, okay. Many times I discuss it. When I am chanting mantra, вопрос, когда мы повторяем мантру, наш ум должен быть внутри мантры, и эта мантра должна наше сердце полностью поглотить. Мантра должна быть в уме, она должна полностью поглотить наше сердце, понимаете? И это мантра джапа, настоящая, если мы повторяем мантры на шуму на Украину, улетел или на Бангалор или еще куда-то, это нехорошо. Понимаете? Это естественно. И Бхарати Махарадж я видел. Перед Арати каждый день он очень рано вставал, повторял Харинам и Арати, если начиналось. Обязанность Бхарати Махараджа я видел в своей жизни. Бхарати Махарадж приходил в Натх Мандир и стоял, но никого не было. Бхарати Махарадж, он стоял там и все стотры повторял. Ну, это, может, полчаса у него занимало, или минут 40, потом Пуджари открывал храм, и арати начиналось. Все там, так, каждый день, долгое время, достаточно долго повторял эти стотры мантры. Посмотрите силу ума Бхарати Махараджа. Это естественно для него.